вы открыли, закричите громко «Халилюя!» Закричи громко «Халилюя!» Закричите так, чтобы небеса услышали и чтобы дьявол услышал «Халилюя!» Первое царство, 30 глава и достаточно продолжительный отрывок. И мы начнем с первого стиха. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелаг а малекитяне напали с юга на Секелаг и взяли Секелаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. И жены их, и сыновья их, и дочери их взятый в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Мы возвратимся к этому выражению чуть-чуть попозже. Взяты были в плен и обе жены Давида, это пятый текст, Ахинаама, израильтянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянина. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ефод». И принес Авиафар Ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище? И догоню ли я их? И сказано ему, Давиду, получает ответ от Бога. И что ему было сказано? Ему было сказано: преследуй. Скажи преследуй. преследуй. Закричи громче преследуй. преследуй. Я для названия проповеди позаимствовал английское слово. И в английском переводе, если бы Бог разговаривал по-английски, когда Бог говорит по-английски, то он говорит персю, очень богатое на смысл слова. Если вам туговато с русским, и вам сложнее с английским, то второе название этой проповеди – «Семь смертей Давида». Может быть, кто-то из вас найдет себя в состоянии этого человека. Быть может, кто-то из вас уже умирал семью смертями в одно и то же самое время. То вам легко будет сегодня меня понять. Будет разумно, будет целесообразно начать с вопроса, что есть персюд? С английского переводится как преследовать, стремиться, достигать. Что есть персюд? И в этом случае я должен сделать ссылку на Декларацию о независимости. Если кто-то из вас не знал, то я хочу вас оповестить в том, что из 56 человек, которые подписали Декларацию о независимости, 52 были активными членами поместных церквей. Это особенно актуально в наши дни, когда членство во Вселенской церкви преподносится как эпогей свободы во Христе и Иисусе. И окончательное решение никогда не подвергнуть себя игу рабства. Сегодня очень много свободных христиан, свободных от всех. Но не о них сегодня речь идет. Так вот, 4 июля 1776 года было провозглашено следующее, я цитирую. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к этому отделению. Мы исходим из самоочевидной истины, что все люди созданы равными. И наделены их создателем определенными безоговорочными правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью. Эти мужи что-то понимали, они понимали, что персюд или стремление это самим Богом, данное нам, право. Это далеко не единственное право, которым мы наделены от Бога, но не лишним будет заметить, что имея права, это вовсе не означает, что человек ими пользуется. Эта страна, в частности, наделяет правом своих граждан в 18-летнем возрасте голосовать. Вы хотите мне сказать, что все люди пользуются этим правом? Конечно же нет. Так вот, правом стремления, правом достижения чего-то пользуются, к сожалению, далеко не все люди сегодня, далеко не все люди в наши дни. И мое огромнейшее желание в последующих несколько минут говорить с вами именно об этом. Pursuit стремление достичь вашего сознания не только в контексте того, что это данное нам самим Богом право, но поощрить себя, поощрить вас, поощрить каждого, даже тех, которые присоединяются к нам в сети интернет, чтобы где мы не находились, мы создавали атмосферу, при которой персют или стремление – становилась частью духовного наследия последователей Христа Иисуса. И, кстати, это понятие, оно предлагается нам, оно озвучено, если хотите, на страницах священного Писания. Филиппийцам, 3 глава, слова апостола Павла в 13 стихе. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее. И простираясь вперед. Но кто говорит здесь? Апостол Павел. Что он здесь говорит? Послушайте только. Послание к филиппийцам ⁇ это одно из последних посланий апостола Павла. Это послание, которое было написано на закате его дней. И оглядываясь, он заявляет, я не почитаю себя достигшим. Я забываю заднее, простираюсь вперед. 14 стих. Стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе и Иисусе. Не тюрьма. Ни преследования, ни избиения, ни предательства, абсолютно ничего не убило в нем, в апостоле Павле стремление. Не убило в нем вот этот персюд. Он говорит, я постоянно к чему-то стремлюсь, я постоянно что-то достигаю, я постоянно держу что-то в фокусе своего внимания. Апостол Павел прожил 66-68 лет. Даже если послание к филиппийцам было написано 3-4 года до его смерти, мы говорим о человеке в возрасте свыше 60. И он говорит, при всем том, что я встретил, при всем том, что я достиг, а он достиг очень многого, он достиг очень многого в карьерной жизни, если так можно сказать. Он очень высокую карьеру поднял, потому что, похоже, был членом Синедриона. Он достиг очень много на духовном поприще. И все это я считаю ни за что, потому что есть желание. I am in pursuit. Я все еще продолжаю стремиться. Я все еще продолжаю достигать. Есть что-то во мне. Вот этот неугомонный, неугомонный обитатель внутри меня, который провоцирует, который помогает, который способствует тому, что я в постоянном, в постоянном стремлении. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Это еще один текст Писания, где он говорит что-то похожее. Не знаете, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Кстати, там стоит знак вопроса. Награду получает не один. Эй! Награду получает... Ни один. Не тот, кому больше всех хочется, вырвался вперед. Посмотрите, к чему он поощряет свою аудиторию, а сегодня нас. Так бегите, чтобы получить. Беги. Преследуй. Стремись. Be in pursuit чтобы получить награду. 25 текст. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И поэтому я бегу, он уже о себе говорит, я бегу не так, как на неверное, или я не бегу, я не бегу так, как на неопределенное. Я знаю, что мне определена награда. Я должен стремиться к этой награде. Я не имею права распыляться по сторонам. Я не имею права размениваться на какие-то мелочи. Я не могу себе этого позволить. Я бегу определенно. И я стремлюсь. Я преследую цель получения награды. Бьюсь. Кто переводил? Не в контексте дерусь, как вот забияка такой. Я сражаюсь. Файт. Я сражаюсь не так, чтобы только бить воздух. И, кстати, вот эту аналогию Атлета и военачальника он использует еще в одном из своих посланий. Это второе послание к Тимофею, вторая глава, и второе послание к Тимофею однозначно. Это его последнее послание. Второе к Тимофею 2.4. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Почему? Потому что он стремится угодить военачальнику. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, потому что у него есть цель. Он направлен, он сфокусирован, он сосредоточен. He is in pursuit, чтобы угодить военачальнику. Забудьте о русском переводе пятого стиха. Английский звучит так. Также и атлет не получит награды, если он не соревнуется согласно правилам. Атлет не получит награды, если он потеряет фокус. Атлет не получит награды, если он разменяется на какие-то незаслуживающие внимание вещи. И воин, и атлет, и земледелец, или фермер, о котором он говорит в шестом стихе в своем фокусе держат одну вещь. Я должен дойти до финишной. Я должен победить. Я должен собрать жатву. Во мне должен быть определенный персют. Вот это страстное, неугомонное, не просто желание – это-то страстное, неугомонное стремление. И даже если бы я хотел, чтобы оно меня покинуло, оно все равно во мне. Это, наверное, об этом когда-то пророк Иеремия сказал. Я подумал, не буду больше. Но внутри меня не буду говорить, не буду напоминать, не буду проповедовать, не буду увещевать, не буду поддерживать. Но было внутри меня как бы огонь было стремление, был персид, было вот это желание, больше, чем даже желание, и я истомился, удерживая его, но не мог. Посчитайте все вышесказанное за вступление, и давайте возвратимся сейчас на несколько минут в нашу историю. 30 глава первой книги Царств. Будет несправедливым полагать, что она сама по себе глава, эта глава должна быть рассмотрена очень плотной связи с предыдущей 29 главой. В 29 главе, как и в 27, как и в 26, как и в 25, как и в 24, как и в 23, Давид – это человек, на голову которого вылит елей. Это царь но царство еще не передано ему. Это человек, у которого есть обетование, это человек, которые эти обетования были озвучены ему очень влиятельными людьми, людьми большого уважения, в частности Самуила, но где-то еще царство, вот, 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 как бы его нету. И он постоянно убегает от Саула, который преследует его. Почему Саул преследует Давида? Потому что он усматривает в нем конкретную угрозу. Я сейчас не буду говорить о всех деталях, о родственных связах и так далее. Давид говорит сам себе, в один момент я просчитаюсь, в один момент я всего не предусмотрю в один момент я где-то сделаю ошибку и стану заложником какой-то своей опрометчивости или неправильного шага. Поэтому мне лучше от греха подальше. И он убегает вообще в чужую землю. И там у него рождается союз с одним языческим царем. И он настолько вошел в доверие к этому языческому царю, что он ему, царь языческий, Давиду, отдает целый город, Секелаг. Говорит, слушай, Давид, хватит тебе. Вот город, в котором будешь жить, семью здесь свою расположишь, мужчин, которые возле тебя, армию свою, мирное, очень укромное местечко, спокойно спать, никто тебя не будет будоражить, никаких проблем. Секелаг – твой. И так продолжалось даже не один год. И за это время у них были очень доверительные, близкие взаимоотношения. И вдруг Давиду сообщают, вот этот твой приемный идет на войну с Израилем. Говорит, я тоже. Может быть, это для кого-то прозвучит откровением, но Давид, мочил своих и в предыдущих главах. Я не буду сейчас тратить время, чтобы доказать вам это, но приглашение идти воевать с Израилем он не принял как что-то из ряда вон выходящее. Поэтому он вооружил всех своих 600 и в поход. Ехали, ехали, и эти князья посмотрели на него, говорят, а кто ты? Он говорит, я Давид. Кто? Я Давид. Ты что, тот, которому пели Саул, победил тысячи, а Давид десятки тысяч? Да, я тот же самый. А что ты делаешь здесь? И это так возмутило их, что эти князья, они к самому царю пошли. Этот мужик, ты что, обкурился, что ли? Ты что, не понимаешь, что он не может лучшего подарка сделать для своего народа, как в самый ответственный момент тебе нож в спину. Тот клянется, божится, говорит, я знаю Давида, мы, мы вот, мы, на, все хорошо. Они говорят, ни в коем случае. Почему я рассказываю это все? Потому что Давида и его мужчин 600 человек только что обломали по полной он только что не понаслышке, на своей шкуре пережил конкретное, конкретное отвержение. Ты не нужен нам. Ты вообще не военный элемент. Мы не можем тебя задействовать ни по каким правилам. Разворачивайся и возвращайся в то место, которое царь тебе предназначил. Вот она первая смерть Давида. Вот оно первое состояние Давида царя. Это состояние отверженности. Это очень небезобидная вещь, потому что если состояние отверженности не будет подчинено, то отверженность станет предпосылкой для мести. Люди, которых отвергли в детстве, люди, над которыми насмеялись в детстве, они вырастают подростковые, молодые годы. Продолжает прорастать семя вместе. Когда я вырасту, когда будет момент, я обязательно отомщу. Вот она одна библейская история, очень хорошо демонстрирующая этот этот пример. Помните, после Рождества Христа Иисуса пришли мудрецы с востока. Сколько? Три, четыре? Может и больше? Может и сотня? Мы не знаем. Пришло много. И что они делают? И они направляются к Ироду царю прямо в дворец. Слушай, а где царь? Он говорит, я царь? Нет, где родившийся царь? Ирод начал, говорит, жена, может быть, я чего-то не знаю, что ты знаешь? Нет, где родившийся царь? Потому что мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Вот сообразил сразу. Говорит, слушайте, ребята, вы идите поклонитесь. И когда поклонитесь, когда отдадите почести и дары, обязательно придите ко мне. Дайте мне конкретное место, где он будет находиться, чтобы я также пошел... Помните историю, да? Мудрецы пойти пошли, поклониться поклонились, золото, ладан и смир, но ну, они новорожденному принесли. Но во сне получают откровение, чтобы обойти дворец Ирода, чтобы возвратиться в свою страну совершенно другим путем. Мысль предельно проста. Если ты встретишься с Иисусом, то старыми дорогами ты ходить не будешь. Амен. Я бы лучше отреагировал. Амен. Это потрясающий концепт. Я повторю это еще раз: если ты встретишь Христа и Иисуса, то старыми дорогами ходить не будешь. И они пошли в свою страну. Ирод проснулся. И что Библия говорит? Он почувствовал себя осмеянным. Так написано, да? Как в душу плюнули. Он почувствовал, что его отвергли он почувствовал, что кто-то его перещеголял. Во что это вылилось? Это вылилось в уничтожение 14 тысяч младенцев. Отвержение – это не безобидная вещь. Если человек не справится с отвержением вовремя, это перерастет в непримиримость, в ненависть и в мстительность. Так вот, Давид в 29 главе, когда ему отказали? Когда ему отказали? Тебе кредитную карточку отказали. Как ты чувствуешь себя? Они что вообще, что ли? Да еще слава Богу скажи, что отказали. Слава Богу скажи, что отказали. Зачем тратить деньги, которых у тебя нет? Аминь. Ему отказали в военном таком серьезном походе. И он, как лишенная детей медведица, возвращается в Секелаг, чтобы не поверить своим глазам. Там ноль, там ничего. Смерть номер два – это состояние потери персонального имущества оно не просто было надгоревшим. Там ничего. У тебя дверь начнет заедать на гараже, уже все социальные сети знают об этом. Да как это можно? Кто эти двери установил вообще? Почему не работает? А у него ничего, ни дверей, ни гаража, ни дома. Ноль! Абсолютный ноль. Есть вот группа людей, к которым обращается автор послания к евреям, 10 глава, если я не ошибаюсь, и говорит, что вы расхищение своего имения приняли с радостью. Потому что вы осознали, у вас есть лучшее что-то на небесах. Вот эти люди, мы не знаем, кто они, в 10 главе евреям, они прошли через смерть потери персональной собственности достойно. Третья смерть. Третья смерть Давида в этой истории это страх. Мы знаем, потому что нам написано во втором стихе: Давид не знал. Было логично заключить, что с уничтоженным городом уничтожена и семья. Поэтому, кроме того, что Он перешел, прошел отвержение, или все еще сражается с отвержением, кроме того, что Он перенес потерю личной собственности, есть конкретный страх, что ни жен, ни детей, ни близких людей я больше никогда в жизни не увижу. Смерть номер четыре. Написано в шестом стихе. Давид был сильно смущен. Состояние смущения. И когда человек смущен, он способен принимать очень неадекватные решения. Когда человек смущен, ну, так вроде бы нормально, а вот только смущение придет, смотришь, вот лепит что-то, говорит не попадя что. Confused. Смущенный человек. Не может мыслить четко, не может предусмотреть вещи наперед, не может забежать два шага, чтобы проанализировать, чтобы дать здравую оценку. Вот оно состояние, в котором оказался Давид. Отвержение, потеря собственности, страх потери близких людей, полное смущение от того, что происходит и от того, что еще может произойти. Мы также в шестом стихе читаем, что Давид начал опасаться за свою жизнь. Есть угроза, что вот эти мужики, разъяренные люди, вокруг него 600 человек, они восстанут против него, они побьют его камнями. Поэтому вдобавок ко всему вышеперечисленному, еще есть угроза, еще есть страх потери личной жизни. В четвертом стихе мы с вами читаем, что его окружение плакало до тех пор, пока в них не стало силы плакать. Это свидетельство о чем? Это свидетельство о том, что они были эмоционально истощенными. Полностью истощенными эмоционально. И номер семь. Они не только были истощены эмоционально, они не только были на выдохе душевном, они были полностью, полностью на физическом истощении и подтверждением этому является десятый стих. Они устали физически. Почему я рассказываю обо всем этом? Потому что я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Вот среди всего этого, среди отвержения, среди потери своего имущества, своего дома, своего холодильника своей мебели, своей кровати, среди страха потери своих близких, что он больше их никогда не увидит, ни одну жену, ни вторую, ни детей, среди страха за свою жизнь, среди полного смущения приходит голос Божий. И голос Божий говорит. Преследуй. Как? Как это возможно? Ведь же я на грани. Ведь же я гораздо рассыпаться на мелкие части. Давид, собери себя вместе. Не опускай рук. Продолжай. Стремись. Персю, если бы я тебе мог открыть окно, как закончится эта 30 глава, то ты бы осознал, что оно стоит того. Тебе надо преследовать. Ты невозможно отобрать. Невозможно догнать, если в тебе, Давид, если в твоих людях, если в твоем окружении, если среди твоих воинов не будет вот этого неугомонного, не будет вот этого страстного, безостановочного желания стремиться. И здесь я хочу... отрезвить вас к такому факту, что стремление к стремлению подписываются не все. Первое царство, 30 глава, 10 стих, и преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились. Пожалуйста. Не будьте разочарованы. Пусть не опустятся ваши руки, потому что чьи-то руки опустились. Пусть вы не выбросите белый флаг, потому что кто-то выбросил. 200 из 600, это каждый третий сказал сам себе. Кожа выделки не стоит. Не стоит делать то, к чему мы поощрены. Потому что нет эмоциональных сил, нет физических сил, абсолютно никаких перспектив на то, что нам что-то получится. Я пришел с простым посланием к вам и к тем, которые нас сегодня видят, к тем, которые к нам сегодня, к тем, которым нам сегодня присоединяются. Стремление должно стать неотъемлемой частью нашей с вами духовной жизни. Стремление должно стать нашей с вами частью, неотделимой от нас частью. Пусть это будет прописано на тебе, пусть это будет твоим, пусть это будет нашим, пусть это будет отличительным знаком этой поместной церкви и не только стремление. В какое время года не зайди, в какой день недели не зайди, в какое время суток не зайди. Есть что-то в этих людях особенное. Они постоянно к чему-то стремятся. Они постоянно чего-то достигают. Они постоянно за что-то подвязаются. Они постоянно куда-то направляются. Персю. Исаи, 26 глава. Открывайте вместе со мной Исаию, 26 главу. Я помогаю кому-нибудь сегодня? Да или нет? Закричи громко Аллилуйя! Исаия, 26 глава. Вам предложен на экране только 9 стих, но мы начнем с 8. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебе, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе Стремилась душа наша, душою моей я стремился к Тебе ночью, и Духом Моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Какое возвышенное решение! Решение стремиться к Нему. В моей душе! Я стремился к тебе ночью, и в моем духе я буду искать тебя с раннего утра. Персил постоянное стремление Его присутствия. Постоянное стремление Его святости, постоянное стремление Его праведности, постоянное стремление Его силы, постоянное стремление одного могущества, Его могущества. Говорит Давид в другом месте, что я хочу искать Тебя, я хочу видеть славу Твою, я хочу видеть силу Твою, я хочу созерцать красоту Твою. Знаете, мы сегодня с вами живем в мире, который предлагает очень много альтернативы для того, чтобы стремиться к Богу, чтобы стремиться к Его присутствию, чтобы стремиться к Его силе, чтобы стремиться к Его могуществу. Сегодня очень много заменителей. Сегодня очень много искусственных вещей, искусственных вещей, которые могут выглядеть так же само, но они не производят в жизни христианина, они не высвобождают в жизни христианина абсолютно никакой силы. Есть текст Писания, на который я начал смотреть совершенно другими глазами. Я никогда не видел этого отрывка в том свете, в котором я хочу предложить его вам сегодня. Это послание Галатам, это шестая глава, и седьмой стих говорит, не обманывайтесь. Бог, Бог, апостол Павел обращается к своей аудитории, к, Галатам, к верующим в Галатах, сегодня он обращается к нам, не обманывайтесь. Самая высокая форма обольщения, самая высокая форма обмана, это самообман. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Над Богом еще никто не насмеялся, и над Богом никто никогда не сможет насмеяться. Не обманывайтесь! Бог поругаем не бывает. И потом он продолжил. Что человек сеет, то человек и будет пожинать. Слушайте внимательно. Сеющий в плоть, от плоти пожнет коррупцию. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление но сеющий в дух, а духа пожнет вечную жизнь. Я сегодня спрашиваю, во что сеем мы? Во что сеем мы? Сегодня предлагается очень много и самых ранних. Я не хочу ни на кого скептически посмотреть или что-то отрицательное в чей-то адрес сказать. Я сегодня обращаюсь к вам, я сегодня обращаюсь в церкви христианской веры в первую очередь. Но сегодня очень много, чересчур много альтернатив, вещей в церкви, которые питают интеллект. Вещей, которые питают его волю. Вещей, которые питают его собранность. И это настолько, насколько является важным, оно не является жизнь несущим. Сеющий в дух, а Духа пожнет вечную жизнь. И я ревную о том, чтобы наше стремление было и продолжало быть стремлением к Его присутствию, стремлением к Его силе, стремлением к Его святости, стремлением к Его могуществу. Написано в послании к Евреям, и мы открываем 11 главу. Послание к Евреям 11 глава и 16 стих говорит так. Послушайте внимательно, откровение, прошу прощения, евреям 11.6. 11.16. Глава веры, очень известная глава, и в 16 стихе он говорит, но они стремились к лучшему. Они стремились к лучшему. Почему? Потому что они стремились к небесному. Лучшее ⁇ это небесное. Поэтому я хочу оставить вас сегодня с вопросом. К чему стремимся мы? К чему стремишься ты? К чему стремлюсь я? К чему стремимся мы как церковь? К небесному, к лучшему или к земному приходящему? Мы сеем в плоть, чтобы от плоти пожать коррупцию, чтобы от плоти пожать тление, или мы сеем в дух, чтобы от духа пожать жизнь вечную? Стремление. Пусть это никого не обидит, пусть это никого не оскорбит. Но я еще раз повторюсь, никто не обещал легкой жизни. Христос сказал, в этом мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. Даже вера, приходящая от Бога вера, дана нам не для того, чтобы сделать нашу жизнь легкой, приходящая от Бога вера дана нам для того, чтобы сделать победу возможной, чтобы сделать победу вероятной в твоей и моей жизни. Христос сказал, что от дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают это Царствие. Должен быть pursuit, должно быть стремление, должно быть безугомонное, должно быть безостановочное желание преследовать. Преследовать, чтобы отобрать, преследовать, чтобы забрать свое раз и навсегда. Это касается, друзья, это касается каждой области нашего духовного следования. Вы что хотите сказать, что пост легко? Нет. Пост никогда не был легким. Вы хотите сказать, что молитва – легкое занятие? Идите, бросайте лопатой 8 часов или 8 часов молиться. Что легче? Молитва – это духовное занятие. И в нем, в молитве, в этом духовном занятии должна быть страсть, должно быть безостановочное, решительное желание, стремление. Квадратный метр за квадратным метром, за квадратным метром отвоевывать свою территорию. Вы хотите сказать, что прославление – это легко? Не прославлять легче. Не поклоняться легче. Заняться какой-то религиозной дешевой процедурой намного легче. Присутствие чего-то стоит. Присутствие Божье стоит стремления. Безугомонного, безостановочного стремления. Послушайте, что говорит пророк. Я стремился к тебе ночью. Я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Потому что я знаю есть место в духе. И когда я окажусь в этом месте, мой дух воспрянет, мой дух начнет жить. Я начну побеждать в каждой области своей жизни. Намного легче, намного легче сказать, не под силу. Зачем? Зачем напрягать себя в этом прославлении? Зачем поднимать эти руки, если они не поднимаются? Именно поэтому их и надо поднимать, что они не поднимаются. Зачем надо возвышать свой голос в молитве? Это потому, именно потому его надо и возвышать в молитве, что он не возвышается. Зачем молиться на языках? Именно потому и надо молиться на языках, что не хочется молиться на языках. Я вам сказал, я буду молиться духом, я буду молиться умом, я буду петь Духом, я буду петь умом. Безответственное христианство. Просто руки сложившие по течению плывущие, оно не приносит разницы. Но есть люди стремления, есть люди, которые in pursuit of his presence, in pursuit его святости. In pursuit Его силы. In pursuit Его могущества. И вот употребляющие усилия восхищения. Я надеюсь, вы, я среди правильных людей сегодня, люди, которые понимают цену, которые, которую надо платить, и люди, которые знают, что стоит после того, когда эта цена будет уплочена. Разве... Это было легко услышать Иисус Христа Иисуса, который сказал, если кто-то хочет идти за мной, отвергни себя. Это же нелегко. Кто сказал, что это легко? Возьми свой крест. Это нелегко. Кто сказал, что это легко? И следуй за мной. Следуй, когда тяжело, следуй, когда легко. Следуй, когда солнце, следуй, когда дождь. Следуй, когда все вопросы отвечены, следуй, когда не отвечены вообще. Следуй, когда глаза заливаются слезами, следуй, когда все нужды встречены и восполнены, стремись. Стремись к нему с раннего утра. Ищи во внутренности, в духе своем. Потому что когда мы сеем в дух, мы от духа пожинаем жизнь вечную. Почему мы можем говорить о поколении, у которых рассудок на месте, в 70-летнем, 80-летнем, 90-летнем возрасте? Почему мы можем говорить о поколении, которое знает Бога и влюбляется в Бога, несмотря на свой возраст, потому что это поколение, которое научилось сеять в Дух и от Духа пожинать жизнь вечную. Кто-нибудь воздайте Господу славу, честь и благодарность. Давайте будем стремиться к лучшему. Будем стремиться к небесному. Да, мы все проходим сезоны, мы все проходим другой раз нелегкие полосы в своей жизни. Пусть не утомит вас услышать это еще раз. Никто не обещал, что жизнь будет легкой. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Но необходимо стремление. Pursuit. Как бы хотелось, чтобы эта группа людей, те из вас, которые с нами сегодня в сети интернет, были поколением, которые в неугомонном состоянии стремления к Его святости, к Его силе, к Его могуществу. Да, быть может, кто-то умирает сегодня всеми семью смертями в одно и то же самое время. Отвержение, унижение, оскорбление, потеря близких, потеря имущества, неисполнившиеся желания. И лист можно продолжать. И кто-то среди всего этого выбрасывает белый флаг, и подобно тем двустам остается там, у потока вассора. И есть те, которые собирают себя по частям, по мелким частям, когда ломит все тело, когда разрывается от боли душа, когда просто невыносимо человек цепив зубы, говорит, я должен преследовать, я должен идти дальше, я должен бежать, чтобы получить награду, я должен пройти финишную черту, я должен ждать, пока земля принесет драгоценный урожай, и это обязательно, обязательно произойдет. Во имя Иисуса Христа. Будем людьми, будем церковью, будем поколением, будем последователями Христа Иисуса, в духе которых постоянно звучит это слово. Стремись, преследуй, и я буду преследовать. Я буду стремиться, я буду бежать, я буду сражаться, я буду продолжать сеять свое семя. Я не буду наблюдать за ветром, я не буду смотреть за облаками, я буду продолжать идти вперед. Дальше и дальше и дальше, до тех пор, пока Он не скажет, хорошо добрый и верный раб, войди в радость своего Господина. Для этого или ради этого стоит жить во имя Иисуса Христа. Мы будем заканчивать на этой ноте. Я надеюсь, что среди вас, не имеет значения сколько из вас сегодня к нам присоединяются, будут те, которые услышат этот призыв. Пусть это будут не мои слова, а пусть это будут слова Святого Духа в вашем духе, в вашем сердце. Как когда-то Бог сказал Давиду, преследуй, стремись, ты обязательно достигнешь, ты обязательно отнимешь. Быть может, кто-то из вас перешел или проходит через время невыносимых сложностей и потерь. Эмоциональных, финансовых, физических, быть может, потери родных – Близкие друзей, я бы хотел, чтобы сегодняшнее слово, чтобы сегодняшнее послание послужило для вас небольшим ободрением. Пусть эти слова станут для вас словами поддержки. Мы здесь, в церкви христианской веры, для вас и с вами, чтобы вместе стремиться. Мы не хотим сдаться, мы не хотим выбросить белый флаг, мы не хотим просто стать какой-то серой массой людьми, которые идут по течению. Мы хотим быть людьми, которые стремятся к Нему, к Его присутствию, к Его силе, к Его святости, к Его могуществу, к Его благодати, к Его помазанию, которое снимает всякую ношу и разбивает всякое ярмо. И я надеюсь, что среди вас, как и среди нас, Он найдет людей, внутри которых будет неугомонное, безостановочное, relentless pursuit Его. Его силы и Его могущество. Будьте благословенны. Спасибо вам за то, что вы к нам сегодня, в этот воскресный день присоединились. Мы молимся, чтобы сам Бог восполнил все ваши нужды по своему богатству, славу Христом и и хранил вас, каждого из вас, в своем драгоценном мире. Будьте благословенны. Церковь, поблагодарите их за то, что они сегодня к нам присоединяются в этот воскресный день. Praise God!